В Люберцах проводят ямочный ремонт по немецкой технологии с помощью инфракрасного разогревателя. Теперь заделывать выбоины можно даже при температуре минус 20. Пока такой метод используют только в качестве эксперимента, а при положительном результате его применят в городском округе повсеместно. Это немецкое оборудование, предназначенное для ямочного ремонта дорог, широко используют в ряде российских и зарубежных городов. Его уникальность заключается в том, что устройство способно разогреваться до 270 градусов и работать 8 часов подряд. Таким образом, даже при сильных морозах можно получить такой же горячий асфальт, как летом. Ямка греется, засыпается холодный асфальт, разогревается, потом точно так же традиционно укатывается виброплитой. Мы температуру поднимаем ямы до 180-190 градусов, закладываем холодный асфальт, разогреваем, и там получается рабочая температура 160-170 градусов. Такой метод ямочного ремонта считается не только эффективным, но и экономичным. Один квадратный метр холодного асфальта обходится в 1060 рублей, а литого на 400 рублей больше. К тому же площадной разогреватель можно использовать при удалении старой разметки и при выравнивании дорожного полотна. Когда температура прыгает вокруг нуля, понятно, что у нас появляются ямы на дорогах. Стоит вопрос их быстро заделать. Аппарат работает, работает добротно. А качество покрытия я оцениваю достаточно хорошее для зимы. Просто отличное. Стоимость инфракрасного разогревателя 650 тысяч рублей. С помощью него уже отремонтировали ямы на пересечении улиц Комсомольской и Кирова. Апробация установки продлится 2 недели. В случае успешного прохождения теста ее приобретут за счет средств местного бюджета. Луиза Егезерян, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.